Утром отрасу рупам, рупам тася гаджам урипурим, матурим госту атим. Радха кунда магибарам, орадика вадвасам. Рабду яса патит крипая си гурунтам. Гураве и гаура чандрая радика итрали. Кришная, Кришна Бхактая, Тад Бхактая Намун. Ананда Лила Майя Виграхая, Хема Бадвитча Висундрая, Тасмай Махаприма Расапрадая, Читанья Чандрая Намо Намасте, Читанья Чандрая Намо Намасте, Читанья Чандрая Намо Намасте. Кипанитхи Супир Чарна Кин Курим Куру Твай Васми Твай Васми На Дживами Твоя Вина Ити Викяя Деви Там Найма Чарнатикам. First of all, I offer my sustenance to Pushpanji, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramarata Tama Guru Pada Padma, the Nitya Lila Parvishta Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasri, Rupanuga Acharyavarya, Сила Бхакти Вейданта Нараян Госвами. Прежде всего я предлагаю свой шаштанга Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лила Правишты Ом Вишнупад Аштота Рашата, Шри Рупануга Чари Вари, Шрилы Бхакти Вейданта Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam to my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of us, Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранама лотосных стоп моего Парам Гуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas. В завершение я кланяюсь Вайшнавам и Вайшнавам. Рупасан Дубеваджа, Удитанам Бхавани. Шрилы Гуру Дева Ки. By the causeless mercy of Sri Guru Anubhavananda, for 4 days, from morning to night, we had the opportunity to be absorbed in
Кришна Ката. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги у нас была удивительная возможность в течение целых 4 дней быть погруженными в обсуждение Харикатхи и в участие в киртане. We have heard about the lives of our great acharyas, like Srinivasa Acharya, Gopal Bhatta Goswami, and Srila Nathavendra Puri. Мы слышали катху о жизни и деяниях наших великих ачарий, Шринивасы Ачарьи, Гопал Бхатты Госвами, Шрилы Мадхавендра Пури. And we've heard the beautiful Siddhanta explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself to Srila Sanatana Goswami in Sanatana Shiksha. Мы слышали потрясающую Сиддханту, философские принципы и выводы, которые поведал Шри Чайтанья Махапрабху Санатане Госвами в форме Санатана Шикши. A person who follows the vichar, the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, and the achar shown by himself and his dear associates, they will attain some prayojan of life, goal of life. Те, кто следует вичару Шри Чайтанья Махапрабху, то есть потоку его философских учений, и также прачару, поведению, модели поведения самого Махапрабху, его ближайшего круга окружения, человек, какой человек обретет прайоджан. That is nothing but praying. Цель. Что какую? Цель. Прему. Нет такой цели. Бхактана начай прем, Кришнана начай, Апани начай, Тина начай, Катай. Прем makes Krishna dance. Прем makes his devotee dance. And prem is like a third person also, when all three dance together. Према побуждает Кришну танцевать, према побуждает Бхакту, преданного Кришны танцевать, и третья танцует рядом с ними. So that is where all of our practices and our hearing and chanting is leading. Это наша цель, это то, куда, по идее, должна вести вся наша практика, к преме. Make the attainment of prem your prayojan, the goal of your life. Пусть обретение премы станет прайоджаной для каждого из вас, целью вашей жизни. Don't use your time, energy in other things. Не разбрасывайтесь энергией и временем на всякие другие. Other things, they will come by themselves. Все остальное необходимое само по себе к вам придет. But for Krishna prem, we'll have to make a great endeavor sacrifice. Усилия, все ресурсы, временные и другие, нужно сберечь для достижения именно этой цели, Кришна премы. The highest manifestation of prem is the prem vilas, the loving pastimes of Radha and Krishna. Наивысшее проявление премы – это према вилас, это игры Радхи и Кришны, их лилы. It has nothing to do with this temporary, physical, material world. И их лилы не с чем сравнить совершенно в этом бренном материальном мире. And even great Atmaramas and Munis and liberated Mukta Mahapurushas, it is even beyond their realization. Их лилы непостижимы даже для великих Атмарам, Муни, Мукта Пуруш. Просто они не могут познать эти лилы. Харимму дишате раджо бараха пуритая сангаяттамум тама браджабама дришам на парати праката сава дришаха сутерапи. One day, Пурнамаси Деви, she saw that the evening was coming. Однажды Пурнамаси и Деви увидели, что наступают сумерки. And she saw the dust rising in the forest. It means that Krishna is returning from Goshta, from the meadows with all the cows. И заметив облака пыли, появившиеся в лесу, она поняла, что Кришна возвращается обратно с пастбища в деревню со всеми коровами. So the all the air, the sky, you cannot see anything. It comes filled with braja braja. Столько коров. Dust of braja. Копыта коров сдумает столько пыли, что появляются такие огромные облака, не застилая взор, не видно уже ничего, ни неба, ни деревьев. And это пыль враджа, враджа раджа. Seeing this dust and that the evening is coming, the gopis are very eager. И гопи всегда предвкушает вот это наступление сумерок, вот этот самый момент, когда Кришна наконец-то вернется. Пурата сангая атаяттамун тама. Because soon tama will come, it will become tama, dark. Потому что скоро наступит ночь и станет темно.
Raja and Tama. То есть главные факторы Раджа и Тамас. Dust and darkness. Пыль и тьма. Means that very soon, Raja Bala Dirsham, the beautiful lotus-eyed gopis, they'll have the chance to meet with Krishna. То есть это уже оказывает на преддверии возможности встречи с Кришной, тайного свидания ночью. Prakatam Sava Drishasutherapi. So, see Krishna's Prem Vilas, loving pastimes, is covered by a kind of aprakrita, supernatural darkness of rajas and tama. То есть вот эти трансцендентные лилы Кришны, они покрыты трансцендентными раджасом и тамасом, вот этой пылью и тьмой. Sarva Drishasutherapi. Such that even Sarva Drisha, great liberated munis who are omniscient and know everything, and they know all the Vedas, but still they cannot see, they cannot know the Brajagopis Padati, the way in which they love and serve Krishna. То есть эти лилы Кришны и Враджагопи — это такое таинство, что даже самые возвышенные муни, которые являются всеведущими, все равно они не могут постичь вот эти пути гопи, то, как они любят Кришну, как он отвечает им взаимностью. So this is not an ordinary thing. Это не есть что-то обычное. It is not even a doxage. Это даже не адоксадж. Адоксадж is that level beyond the senses. Адоксадж — это уровень beyond the mind. Запредельный для ума и чувств. Вайкунта. Это Вайкунтха. But beyond адоксадж even is апракрита. Это что-то выше адоксаджа, это апракрита. Пракрит means natural. Пракрит — это что-то естественное. And this is апракрита. А это апракрита. Looks like natural life. Очень похоже с виду на обычную жизнь мирскую или отношения. But it is situated in the realm beyond Vaikuntha. Но находится совершенно в другой сфере бытия, то есть уровнем выше Вайкунтхи даже. It looks like natural loving relationship. Похоже на обычную мирскую романтическую любовь внешне, кажется, очень похоже. But it is Вишудда. Но это любовь абсолютная, Вишудха. Completely pure. Полностью безупречно чистая. That is Advaya Gyana. Это Advaya Gyana. No duality at all. В этой любви нет никакой дуальности. Unless your consciousness is beyond all duality, how can you understand anything about that realm which is beyond duality? Поэтому, не преодолев уровень дуальности своим сознанием, невозможно постичь тот уровень, ту сферу бытия, которая находится за дуальностью. And even many rishis and munis who are beyond duality, even they cannot see it. И многие риши и муни, которые тоже уже преодолели дуальность, все равно они не видят эти лилы. Something more is needed. Потому что этого мало, просто стать вне дуальности. That is the kripa of the eternal associates of Radha and Krishna. Необходима милость вечных спутников Радхи и Кришны, Крипа. Who come into this world in the form of our Guru Parampara. Эти вечные спутники приходят в этот мир в обликах духовных учителей нашей Гуру Парампары. If we can be in their anugatya, under their guidance here, we'll be in their anugatya. Если мы готовы быть... There's no other way to go beyond the adoksaja to the aprakrita. То есть они предоставляют нам возможность в этом мире оказаться под их анугатией, под их руководством. Если мы окажемся под их руководством тут, то мы сможем служить и в духовном мире под их руководством. В анугатии. Радха Кришна айчи сада эйка хи суруп лила рас асвадите дареду иру. Radha and Krishna are one. Radha и Кришна — это одна личность. But they have two forms. Проявлены. They're one atma with two forms. Одно сердце, одна атма в двух телах. One atma has taken two bodies to relish lila rasa. То есть одной атме понадобилось занять два тела, чтобы вкусить расу лил. Radharani has said it. Most beautifully herself. Радика лучшим образом выразила это сама. Ятснея пура бритабаджана радитейка вартя агравартя маладипа югам чакасти тацчейта рейтара тамоупанудат порокшам анандия такила пашва сада пашва гатам сада лии. Радхарани said, there is one lamp
holder full of ghee, full of oil. Ради какой-то существует одна лампадка, наполненная маслом. What is this oil? Sneha, pure affection. Вот это ги, это масло в этой лампаде, это снейха, чистая любовь. And in this deep, лампаде, in this lamp, soaked in the snayha, pure affection, there is one wick. Там замочен в этом масле один фитилек. Mm? But this wick is soaking in the snayha, in the affection, and two ends come out. То есть это длинный фитилек, и он замочен таким образом, что два конца торчат наружу из масла. And both ends of the wick have been lit. И оба конца зажжены, то есть горят как so now there, два пламени. There are two flames, два пламени в этой одной лампаде. Which are manifesting the light of the power of love. Они озаряют все вот этой силой любви. Mm? But they are actually one wick. Но на самом деле это один фитиль. The two flames illuminate each other and also all the directions around them. Они озаряют и друг друга, и все вокруг себя. So in the same way, Radhika says, Radha, myself and Krishna, we are one soul. И сама Радика признается, она говорит, Кришна, я — это одна душа. Like that wick. Как эта ниточка фитилька. And our bodies are like two flames. А наши тела это как два огонька, которые горят на концах этой ниточки. We illuminate each other with joy. Мы озаряем друг друга радостью. And dispel the darkness of all the eight directions. И рассеиваем всю тьму вокруг нас, восьми направления. That means give the light of joy to eight sakis. Lita vichaka chitra chapaklaka in the lake of Dunga Vidyaranga Devi Sudhiya. То есть радуем восемь наших сайки. And eight manjaris. И восемь манджари. When the wind of separation blows. И когда дует ветер разлуки, then what happens? Что случается с пламенем? Ядяпатед вирхамарутед эйтадата кампам бабеш Югапад Эйва Баджат Чамурчам Вьяграса Дала Татадаварне Ятета Татсуштаец Тасукасадмагатам Видая. Радхарани said that just as when you have two flames, if the wind blows, then both of them tremble. И если ветер подует на два огонька, то они начнут мигать. Same time, travel. Одновременно под дуновением ветра. So in the same way, when the wind of separation comes, Радика, когда дует ветер разлуки, Radhika and Krishna tremble. Они оба дрожат, Радха и Кришна. So if someone has a flaming deep, and the wind is blowing, what do you try to do? Что сделать, если вы держите лампаду и вдруг дует ветер? Что надо сделать? You try to bring it to a shelter where they can burn steadily. Спрятать быстро лампаду от этого ветра куда-то, где там в безопасности огонь может гореть ярко. So when Krishna is feeling separation from Radhika. И когда Кришна мучается в разлуке с Радикой. In the forest of Vrindavan. В лесу Вриндавана. And Radhika is feeling separation from Krishna. А Радика страдает от разлуки с Кришной. In Yavat. В Яваті. Both of them are trembling from the wind of separation. Оба дрожат от дуновения этого ветра разлуки. Oh, if the wind will be strong and the lights go out, then the four directions will go into darkness. Если ветер очень сильный, огоньки потухнут, то все направления тоже то свет исчезнет во всех четырех направлениях. That means that in separation, the sakis and manjaris cannot feel any happiness at all. То есть, when Radha Krishna separate. Если наступает разлука Радхи и Кришны, вот тухнет вот этот огонек, то счастье всех манджари и сайки меркнет тут же. So just as a person is very eager to try to get that flame in a sheltered place, so the sakis and manjaris exist overwhelmed at every moment with a great eagerness just to bring Radha and Krishna into the shelter of the happiness of each other's company. Поэтому подобно тому, как человек торопится защитить свою лампадку от ветра и спрятать ее куда-то в безопасное место,
Естественным образом все обманчили, всякие они чувствуют эту потребность всегда устроить встречу Радхи и Кришны, как соединить их вместе. No light of happiness, they'll be in complete darkness. Что иначе они сами существуют в полной тьме. Сила Бхактинот Такура Санги, Намура в Камала Манджари, Сри Кришна Вирахи, Радика Радаша, Амито Сахити Нари, Джугала Милан, Сукера Каран, Jivana Chaliti Bhari. I cannot tolerate Radhika's condition when she's in separation from Krishna. For the sake of the happiness, their happiness, of bringing them together, Yugal Milan, I am ready to give up my life 100 times, 1,000 times. В настроении Камалы Манджари Шрила Бхактивинод Такур пишет, что для меня нестерпимы чувства разлуки Радхики, когда она вдали от Кришны, и ради возможности устроить их встречу я готова пожертвовать своей жизнью там сотни, тысячи раз. So this is the nature of that Advaita Gyan Tattva, the non-dual reality. Вот это... Radha and Krishna and their Sakis, they're all one indivisible transcendental reality beyond Maya and even beyond Adoksaj in the realm of Aprakrita. То есть вот эта реальность обладает такой природой. Адвайя Гьян Таттва — это и есть Радха Кришна, их любовь, их саки — это все одна неделимая, недуальная реальность, которая находится за пределами не только материального мира, за пределами Адоксаджа, Вайкунхи, в Апракрита, в Риндаване. So a person should be careful to never approach the pastimes of Radha and Krishna in a casual way. Поэтому всегда надо быть очень трезвым в подходе к пониманию лил Радхи и Кришны, надо быть очень осторожным. Яся кадапи васанам целакхеленутта даньятти данья паванема критатамани йогендра дургамагатим марусуданопи тасья намосту пашубану буводи шейпи. Follow our acharyas like Srila Prabodhananda Saraswati. Следуйте примеру наших ачарий, таких как Шрила Прабхудананда Сарасвати. He said, when the breeze touches the cloth of Radhika. Он говорит, когда ветерок задевает край одежды Радхики. Playfully making that cloth dance. Игриво развеивая эту ткань. And becoming infused with her fragrance. И при этом вбирая в себя этот ветер, вбирает в себя аромат тела Радхи. That breeze carries the fragrance of Radharani. И затем этот ветерок забирает с собой аромат Радхики. To Krishna, who is far away and feeling so much separation. И несет этот аромат с собой по направлению к Кришне, который очень далеко от Радхи, и он испытывает сильную разлуку. Then, when Sri Krishna receives that fragrance on the breeze, then he feels all my life is successful. И когда Кришна получает этот дар этого аромата трансцендентного тела Радхи от этого ветра, Кришна настолько благодарен этому ветру и чувствует себя в неоплатном долгу. Кришна думает, наконец-то жизнь увенчалась успехом. Спасибо тебе, дорогой ветер. Yet that Krishna, who feels that his life is successful, only taking the fragrance of Radhika from far away. Yogendra Durga Magatir, he's very, very difficult to realize for the Yogendras, the masters of mystic yoga. И тот самый Кришна, который считает своей великой удачей просто вдохнуть аромат тела Радхи издалека, тот самый Кришна, он непостижим для мастеров мистической йоги. So what is our relationship? Are you a Yogendra? А тогда, если йогендрам он не, для них непостижим, то каково наше положение вообще тогда? Уже узел ложного эго развязался у вас в сердце? Not aware whether it's day or night. Вы уже находитесь в состоянии, где вы не различаете день от ночи? Just like a drunk person is not aware whether they're wearing clothes or not. Such a liberated soul is not even aware whether his body is on or not. Подобно тому, как пьяница не понимает, он одет или уже голый стоит. Освобожденная личность не понимает, он во плоти или он уже вышел из тела. Are you like that? Вы в таком состоянии пребываете уже? Even for Yogendra Durga Magathir, even for such persons, Krishna is very rarely attained. Но если даже для таких муктапуруш, таких удивительных личностей просветленных, Кришна — это закрытая тема, он недоступен для них.
Очень трудно постичь. For Krishna, radhika is really a thing. А для самого Кришны радика очень трудно достичь. Дурлабхатва is difficult to attain is one of the symptoms of the parakya rasa. Дурлабхата. То есть это один из симптомов парахи расы, потому что не так просто ему с ней быть. So what is our relationship with Radha and Krishna's Lila? Так каковы наши отношения с Лилой Радхи и Кришной? Тасьяна мосту пришабану душо дишо буво дишепи. Srila Prabhupada Saraswati Thakur, he said, from very far away, I am bowing down only in the direction of Srimati Radhika. Шрила Прабхупада Сарасвати Такур говорит, издалека я просто я кланяюсь издалека в том направлении, в котором находится Шримати Радхика. If such great Vaishnavas like Srila Prabhupada Saraswati Thakur feel so unqualified, then what to speak of us? И если такие великие личности, такие чистые вайшнавы чувствуют себя неквалифицированными, чтобы касаться таких возвышенных тем, то что уже говорить о нас? So, when we have the opportunity to hear about the pastimes of Radha and Krishna, one should hear with adar, greatest honor. Поэтому, когда у нас возникает возможность услышать лила катху, катху о Радхе и Кришне, их лилах, нужно слушать с величайшим адхаром, почтением. As Srila Rupa Goswami Pad has said. Рупа Госвами подсказал. Вся Кришна, Нама, Чаритади, Цитаптя Виддя, Питоупатапта Расанасна Наручикану, Кинтуадарад, Анудинам Каусаива Джуста, Свадвикрамад Бхавати Тад Гадамула Хантри. The name, the form, the qualities and pastimes of Sri Krishna are transcendentally sweet, like sugar candy. Имя, форма, качество Кришны, они трансцендентно сладки, как сахар. But in our state of avidya, ignorance, we cannot relish it. В нашем состоянии обусловленности и невежества нам этот вкус сладости недоступен. Мы не можем его почувствовать. То есть у нас уже как желтуха в языке, и мы не чувствуем сладкого. Кинтуадарат, but, кинту means, however. Однако. Адарат. Adarat. With Adar, with the greatest honor. If every day we'll chant Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, and hear about the form and qualities and pastimes of Sri Krishna, then our avidya will be destroyed at the root and some ruchi, taste will appear. Если ежедневно, искренне, с величайшим почтением мы будем повторять святые имена и слушать о форме и качествах лила Кришны, то потихоньку-потихоньку сердце очистится и появятся ручи. So after many days and hours of Vaishnava Jivan Charitra and Siddhanta, now with the greatest respect, we are approaching the divine lila. То есть все предыдущие дни мы посвятили обсуждению Дживан-чаритры, то есть описанию жизни наших ачарий и также очень серьезной философии. Сегодня утром с величайшим почтением мы осторожненько приблизимся к Кришна-лила. In Srimad Bhagavatam there is a description of holy lila. Шримад Бхагаватам описывает holy lilu. Between Krishna Balaram and the coward boys on one side and on the other. Лила, которая война красками, которая прошла на одной стороне битвы был Кришна, Баларама, пастушки, а с другой стороны Радха и все сати и гопи. But first, one should know the context of this. Эта лила описана в Бхагаватам, но сначала следует ознакомиться с контекстом этой лилы. It comes in the chapter Sankachud Bhag. Это начинается с главы Шанкачуд Бхаг, убийство демона Шанкачуды. Which is after Nanda Maharaj has been saved from the snake. Это после того, как Нанда Махарадж был спасен от змея. Which comes after the Rasa Lila. А та глава сама следует за Раса Лилой. What does it mean? Что это, на что это указывает? Before the Rasa Lila, Braja Gopikas felt such intense Purva Rag, separation from Krishna. До возможности встретиться с Кришной на Расалиле, гопи испытывали постоянно сильное чувство разлуки.
But after dancing with Sri Krishna for night of Lord Brahma, billions of years, and when they return to their homes, now that separation which takes place after meeting is even more indescribable. То есть во время Пурвараги они все время мучились, им хотелось встретиться с Кришной, они были в него уже влюблены. Но после того, как у них появилась эта возможность встречи на Расалиле, они провели всю ночь напролет с ним, вкушая сладчайшие игры, танцуя, и эта ночь длилась миллионы-миллионы лет. Когда они вернулись домой, после этого, после встречи, разлука становится еще невыносимее, гораздо невыносимее, чем прежде. So that Rasalila was in charge the autumn. И вот эта Расалила состоялась осенью. After that, the in-laws, Jutila, Kutila, the in-laws of Brajagopis were keeping a very watchful eye over their Navavadhu, newly married. The newly married brides. После этого родственники, все свекрови там и их дочери, и все родственники мужья стали очень пристально, внимательно следить за юными невестками брача. So gradually, October, November, December, January, February is coming, the month of Falgun. То есть прошло много месяцев, там октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Наступил февраль, Фалгу. First Krishna Paksh, the dark fortnight, then Sukla Paksh, the bright fortnight. Сначала там две недели убывающей луны, потом две недели пребывающей луны. So in the first 2 weeks, the Krishna Paksh on the Chaturdasi, it is Shivaratri. Во время двух недель убывающей луны, Чатурдаши, это Шиваратри. Попадает на Шиваратри. So now Krishna is 9 years old. К этому времени Кришне уже 9 лет. He was 8 after the Rasalila, then 1 year went around and then another Kartik. But he did not he was 7 when he did the Govardhan, lifted Govardhan, 8 when the Rasalila. Now Krishna is in his 9th year. То есть ему уже идет 9-й год, потому что это после Расалилы, когда ему было 8, ну, уже идет на 9-й. So, when Shivaratri was coming, когда наступила Шиваратри, many pilgrims from all over the world, they're going to Ambikavan. Все паломники со всего мира отправляются в Амбикавал на Шиву. To worship Lord Shiva. Чтобы почтить Господа Шиву там. So that is in Сингапур, quite far away. Это очень далеко от Браджа, в Сингапуре. And every year, a contingent, not all bridge buses, just a contingent of bridge buses would go there to worship Lord Shiva and Shivaratri, worship Ambika, and give charity for the benefit of their families and community, but especially for the benefit of crowds were going for the benefit of their families, but bridge buses were going for the benefit of Krishna. Ежегодно к этому дню какая-то определенная группа браджабаси, делегация от имени всей деревни, и особенно ради там блага и здоровья Кришны, они отправлялись туда на паломничество, поклонялись там Амбике, Господу Шиве, давали подаяние всем. But this year, в этом году, Krishna, he wanted to go. Кришна решил, что он тоже хочет поехать. So seeing Krishna's eagerness to go, Nanda Maharaj, Madhya Shoda, everyone that is, let's all go. Как только Кришна захотел, захотели все. Если он заинтересован в чем-то, все готовы участвовать. Because Krishna was thinking, gopis are being kept in their homes by their mother-in-laws. Что Кришне не нравилась эта ситуация, что гопи сидят под замком в домах свекрови. But when on our bullock carts we all go on a yatra to Ambikavan, then it will be more, it will be easier for me to meet with them and have very beautiful pastimes. Говорит, нет возможности встреч сейчас во Врадже, а если мы поедем все на эту долгую экскурсию, мы будем в повозках, там мы будем разбивать лагерь, на ночлег и так далее, будет гораздо больше возможностей и свободы встречаться. So there was a big, like a Kumbh Mela there. То есть там проходил праздник, подобный Кумбха Меле. With many stalls and merchants selling things and magicians and so on. Ярмарки там были, маги всякие, там продавцы еды. So probably I think about 2 years ago, I told this pastime, how Krishna disguised himself as many different persons
to have an excuse to meet with the Braja Gopis and have beautiful pastimes in Ambika. То есть 2 года назад, Шукалова, мы слышали эти лилы, путешествие в Амбика-Калму, как Кришна переодевался там вот, и гадалкой, и там парикмахером, и продавцом браслетов, и все время подходил Гопи, когда они ходили по этой ярмарке в Амбика-Калме. Yes, Krishna became a masseuse. Массажисткой. He became a female tailor. Потом он making clothes, please step into my dressing room. Стал портным там это портнихой стал. He became a mantra tantra vidushi. Мантра тантра, то есть гадалка. A fortune teller woman. Он был telling Radharani's fortune. Гадалка предсказывал судьбу Радарани. And many, many disguises. Очень много было смешных там ситуаций. Тот был тут, вы помните эту катху. So, after coming back from Ambikavan. А после того, как все побывали в Амбика-Калме и вернулись обратно во Врадж. Now Krishna's eagerness for more. Very exciting and astonishing pastimes was very intense. То есть там взбудоражил свой аппетит, ему захотелось еще больше приключений, таких развлечений. What can I do next? Он думал, так, что устроить следующим? Because Krishna is Kautuki. Потому что он Kautuki. Very curious and playful. Всегда любопытный, такой очень игривый, шаловливый. If you want to serve that Krishna, then your bhakti will have to be Ahoituki. And then you can serve Krishna who is Kautuki. Он Каутуки, если хотите служить ему, ваше бхакти должно быть Ахойтуки. Безусловным, и тогда вы сможете постичь его. Just as the month of Falgun is very beautiful. Вот этот месяц очень приятный месяц, Фалгун. In the dark fortnight, because of the Shiva Chaturdasi, it is also very beautiful because in the Krishna, in the Sukla Paksh, in the bright fortnight, there is holy. То есть вначале там идет праздник Шива Чатурдаши, потом начинается пребывающая луна, а потом уже холи. Вы знаете, совпадает с Гуру Пурнимой. That holy day. То есть через 2 недели. Is also the appearance day of our Mahaprabhu. И так совпал этот день с днем явления Шачинандана Гаурахари. So in Madhya Pradesh, in the middle area of India. There's a folk festival. То есть в центральном регионе Индии, в Мадья-Прадеш, есть такой народный фестиваль. Where male and female and young and old, they all come together and they sing, they dance and they play fight with colors like intoxicated persons. То есть традиционный такой народный фестиваль, где мужчины, женщины, дети все вместе гурьбой собираются, они кидаются красками, поют, танцуют вместе. So, and this festival of Holi. It has been mentioned in the Bhavishyottara Purana. Этот праздник Холи упоминается в Бхавишьяоттара Пуране. It is a cold season of the year. Это холодное время года. And at that time the moon becomes very bright. Луна становится очень яркой в это время. So when the night is illuminated by this very bright moon, how can the Braja Gopis stop themselves from running from their homes? И когда ночь озарена вот этой яркой полной луной, как гопи могут сопротивляться желанию убежать из дома? The rays of the full moon expand their desires. Вот эти лучи полной луны как-то увеличивают, усиляют их желание. And cause the kumud flowers to blossom. И под лунным светом распускаются цветки кумуд. And seeing the blossoming of the kumud flowers. И видя распустившиеся цветы кумуд. The Braja Gopis, they all at night came out from their homes. Однажды гопи все-таки ночью все вместе выбрались из дома. They decorated themselves so beautifully. Перед этим они очень нарядно нарядились. Because it's a festival time. Потому что они готовились к празднику. And they were intoxicated with their own pride. I'm so beautiful. И они, собственно, охмелели от собственной красоты, своего внешнего вида. But their beauty is not for their ego. Their beauty is only to be relished by Krishna. Они не гордятся тем, что ради себя, своей гордости, не гордятся, что они что-то красивое могут предложить Кришне для служения ему. So, every gopi in Braja put on her armor. Каждая гопи во Враджа одела свои доспехи в эту ночь. The kanchuli. Блузку. That is the breastplate. То есть это защищает. Kanchuki. Кончуки защищает вот. Вот эта часть тела.
They got their weapons ready. Приготовили все свои шприцовки. Пичкари. Пичкари, водяные пистолеты. The syringes for spraying fragrant colors. Набрали там разноцветной воды, цветной воды. And they had so many drums and instruments. Взяли много музыкальных инструментов, заготовили заранее. And from every all over Braja, millions and millions of gopis, intoxicated with pride, decorated beautifully with their armor and weapons and instruments, came out of their houses like a swarm. Так в эту ночь все гопи в Радже, миллионы гопи, все нарядно одетые, с музыкальными инструментами, с этими водяными пистолетами, the yutashris, с бомбами, все вышли из домов и двинулись к лесу. The yutashris like Radhika, and the yutashris sakis like their generals. То есть Ютешвари, такие как Радика, главные в группе, они были как генералы, и все их саки были как полковники. That the day before Holi, in the evening, you have to have a bonfire, holika fire. Знаете, обычно ночью перед Холи сжигают холику, вот это костер разводят. Have you done this? Вы же были на костре. So if you are with me in Vrindavan, then you have со мной во Вриндаване, вы были holika fire. На холике. And so that is a very sacred place. То есть это святое место. So just outside the gates of the village. Прямо за пределами ворот деревни, там забора. That is the place of the holika fire. Там специальная полянка, на которой сжигают холику. And then, just in front of that, there is the ranga bhumi. А рядом с этой поляной ранга бхуми. The playing arena. То есть арена для игр. So all the millions of gopis coming out of their houses, they came through the gate and they gave pranam at the place of the holika fire. И величественно с помпой все гопи вышли из своих домов, стали выходить за пределы деревни, все кланялись этому месту, где навалили этот костер. And then there in a very long and broad courtyard, they assembled there, that is the ranga bhumi, the place of the creed, yuddha krida, the play battle. И потом все собрались на этом поле битвы, расположенном неподалеку от места, где сжигают холику. The gopis were playing instruments and singing songs. Гопи пели и играли на инструментах. What kind of songs do they sing? Какие песни они пели? Songs of love. Песни любви, конечно. And also there are songs at these festivals are full of insults. А также на этих фестивалях поют такие очень оскорбительные песни. Have you ever been to an Indian wedding? Кто-то был на индийских свадьбах? When they're insulting each other with songs and everything. Всякие гадости друг другу там начинают песни говорить. So they have songs full of the ninda. То есть у них всякое унижение, там шуточек нехороших. It's only jokes in good humor. Это шутки. So the gopis came there and they were singing their songs and playing the instruments. It was a tremendous uproar. И гопи начали вот этот праздник там. Пение, игра на инструментах. So шумно сразу стало. Krishna came out. Кришна выбежал тоже. And Balaram, Subal, Madhumangal and others. Все гопи, Кришна, Баларам, там Субал, Мадхумангал. And when they heard the uproar in the distance of the gopis singing, then a doubt came in their heart. И когда они услышали этот громкий гул пения гопи там на этой поляне, сомнения закрались в их сердца. Because the gopis are advertising their bravery through their songs. То есть гопи рекламировали свою храбрость и мужество этим пением, то есть демонстрировали. They thought, oh, there's so many of them. Они подумали, их там много. How will we defeat them? Как вы победите их, такую огромную армию? And then Krishna and his friends said to themselves, we can defeat them. Потом они сказали, конечно, мы можем справиться с ними. They steadied their minds by speaking, say something positive, make their mind steady. Бодрить себя, я могу, ты можешь, мы можем. And then Krishna and his sakas arranged themselves in a circular formation. Сделали кругную формацию, выстроились такую в круг. And they went out from the gate of the village, and all the cowboys gave pranam at the place of the holika fire. И тоже отправились, двинулись вперед, пошли, вышли за пределы деревни, поклонились этому костру для холики. And then they entered the ranga bhumi. И зашли на эту на поле битвы. Also, like thunder roaring. Как громы.
They came there to challenge Radhika and Gopal. Полной решимости Кришна вместе с Саками вышел на поле битвы, готовый сражаться с Радикой и ее батальоном. So now the Radhika and Sakis were on this side. The cowboys gave pranam and they went to that side. То есть Радика и Гопи стояли уже с одной стороны, а пастушки они вначале поклонились Холике и пошли тоже туда, в том направлении. And Krishna and his boys, they were trying to sing louder than the gopis to disrespect them. Мальчики старались петь громче, чем гопи, чтобы как-то там поставить их на свое место. So then, when the gopis saw their display, когда девушки увидели там вот это выступление, then the gopis became even more proud. Еще больше загордились. And the leading sakis, like generals, were at the front. And the whole group of gopis moved and they spread out. There were just so many of them. And they were on all sides of the cowboys. И саки, как генералы, вышли вперед, и все остальные гопи пошли полукругом обходить их. Их было столько много, они как мальчики почувствовали себя в таком меньшинстве там. Oh, the cowboys were thinking, oh, the odds are very stacked in their favor. Шансов тут мало, уже гораздо больше, чем нас. There are so many, they're everywhere. Они повсюду вообще. But still, we have Krishna. Но у нас есть Кришна. So with Krishna we cannot be defeated. Кришна рядом мы непобедимы. Krishna is Vijay Murari. Он Виджай Мурари. Krishna is Vaidyantim Chamalam. He wears the garland of victory. Его победа, победоносная гирлянда. So we cannot be defeated. Поэтому мы будем победителями. So then, the boys. And the girls, there's still some distance between the groups, though they're around. То есть еще было какое-то расстояние между группами. They decided to honor their Raj, their king. Они решили почтить их царя. So, the coward boys, they sat Krishna on a throne. Пастушки усадили Кришну на трон. And they took a chatra, an umbrella decorated with jewels and held above his head. Взяли красивый изысканный зонтик, стали держать у него над головой. And they took white chamaras and began to fan him. Взяли белоснежные чамары и стали омахивать Кришну. So you understand what chamara means? Понимаете, что такое чамара? Chamara, this is for the king, for the emperor. Это атрибут поклонения царю. Who is the king? Who is the ruler? Who is in charge? Who is the supreme authority? Only that person can be fanned with the chamara. Только this is the meaning. Царь, император, это самый достопочтенный, главный, достоин того, чтобы его омахивали чамары. So, at the same time, the sakis put Radhika on the throne. They held the umbrella over Radhika and began to fan her. Chamara dulairi. Саки тут же усадили Радику на трон, открыли зонтик над ее головой и стали омахивать ее чамарами. So, you know that in one kingdom there cannot be two kings. В одном царстве не может быть два царя. The coward boys were fanning Krishna and honoring him, and the coward girls were fanning Radhika and honoring her. There was no tarka vitarka, there was no argument in their mind about who was the real Raj. То есть каждая группа с полной уверенностью омахивала своего царя. То есть никто не сомневался. Мальчики были уверены, что Кришна Радж, гопи были уверены, что это Радха. The Sakis would think Radhika is Vrindavaneshwari. Но никаких сомнений ни у кого не было. Для Саки это однозначно Радха, это Вриндаванешвари. And she will rule supreme. Что это принцесса в Радже, нет никого другого. And the Sakis think, oh, Krishna is brother Raj, Gopal Raj. А пастушки думают, нет, истинный правитель в Радже это Кришна. So we'll be victorious. Поэтому мы победим. So then, if two people in one country are both claiming to be the king,
Если двое конкурируют за один престол в царстве, then conflict is inevitable. Если двое претендуют на один престол, то конфликт неизбежен. Unless, если только one side will voluntarily and peacefully accept subordination to the other side, that's the only way to avoid war. То есть, если двое так претендуют на престол, до той поры, пока одна сторона мирно, добровольно не сдаст свои позиции, то есть не отступит от этой идеи и не примет подданство, то война неизбежна. So, Krishna, the gopis and gopis, they are youths playing a game. То есть Кришна, пастушки, пастухи, это все молодежь, которая играет в эту игру. And in this game, Krishna is king, Radhika is king, and the Sakas and Sakis, they're like generals. То есть Радика царица для гопи, Кришна царь для пастушков, а все остальные Саки это генерал. And in their interaction, they follow all the various arts of international diplomacy, negotiations. И в своем общении они придерживаются строго законов дипломатии. Там, tactics and strategy. Стратегия, тактика на высшем уровне. Там. Just like Sandana Marka try to teach to Prahlad Maharaj. Sandana Marka пытались они это объяснить юному Прохладу. Some done, bade and dunder. То есть сам дан, бед и данда. The four methods in the art of politics, ruling. Четыре метода оказывания влияния в политике. So the first step, первое, if there's some disputes, если возникли какие-то какое-то несогласование возникло, is always some. Раздор, то первый метод подхода всегда сам. That means you have to open the diplomatic channels. То есть пытаться договориться сначала. Speak together with persuasion and reasoning. Что каждый выдвигает свои убедительные аргументы разумные. Try to make some deals which are beneficial for both parties. Готовность на компромисс, то есть устроить сделку так или договор так, чтобы это было выгодно для обеих сторон. Make partnerships, alliances. That's why they used to give a princess or a prince to be married, and then the royal families would be connected with each other. То есть первая попытка создать альянс. То есть почему раньше много женить, там свадьбы было именно с этой целью, кого-то выдать замуж, чтобы там создать альянс с другим царством. But if done, if some fails, then you have to move on to the next method, dan. Если договориться не получается, надо переходить на второй способ. That means решить конфликт. Like bribery. Giving some gifts, some money, some wealth. То есть задобрить уже как-то что-то подарить там взяточку дать. Some compensation. Как-то вознаградить. To persuade the other person. Награда за вашу. Now, if some and then don't work. Если первые два метода не срабатывают, then the next one is paid. То потом уже идет paid. You have to make the other side weak by creating doubt and dissension. Make them incentivize them to turn against each other. То есть разделить и править, надо поссорить противоположную сторону как-то и убедить их, чтобы идти против друг друга. So ослабить их. In this bait, no option is off the table. А тут применимо все, то есть не гнушается ничем в такой тактике. It is a battle of wits. Тут уже дело смекалки, хитрости. There's subversion. Всякие идут саботаж. Or false information. Ложная информация. Пропаганда. Все идет в ход. Ложная пропаганда. Psychological warfare, demoralizing. Психологически там война, там разбить морально. Espionage. Шпионство. Spies. Там лазутчики нужны, там. Double agents. Двойные агенты. Triple agents. Тройные агенты. It becomes so complicated, no one knows who's telling the truth to whom anymore. Все настолько становится сложно и запутано, уже непонятно, кто говорит правду, кто врет. Now, even, you see, in the beginning, both sides make a show of negotiating in good faith. Вначале обе стороны притворяются в том, что они готовы там на мирные переговоры, что они разумные и логичные. With smiles and politeness. Сначала в ход идут улыбки. But secretly they're doing bait. Но на самом деле уже бед начался. So once it's discovered that one side is acting as if they're in good faith, but really they're doing something disrespectful or dishonorable conduct. Как только всплывает наружу, что одна сторона повинна уже в чем-то непорядочном, хотя притворяется такими хорошими, then all the pretense falls away. Все маски
слетает и начинает уже тогда открыто начинает. The mask is off, and then it's time for open hostilities. Тогда уже открытая враждебность. Маску нет необходимости в маске. So then comes the fourth method. И начинается уже четвертый метод. Данда. Данда. The threat of use of force and armaments. Уже открытая угроза насильства и вооруженного конфликта. So when all the diplomatic avenues have been completely exhausted, then conflict becomes inevitable and the Cold War becomes hot. То есть когда дипломатические уже переговоры не помогают и ничто не помогает, тогда уже начинается горячая холодная война. So in this way, Radha and Krishna, they relish the nectar of Madhurya Rasa in the guise of displaying their expertise in the arts of diplomacy. То есть вот это изначально Радика и Кришна наслаждаются своей любовью, расой своей любви друг к другу вот в контексте вот этих дипломатических переговоров. This is nothing but Prem Vilas. То есть это вот эта драма у них, как они решают какие-то спорные вопросы дипломатические, это не что иное, как Према Вилас. Go out to the village and say I love you. Они же не могут выйти вместе за пределы деревни и сказать я тебя люблю. Because if love is expressed verbally, it becomes diminished. Потому что любовь, если она открыто выражена, то она слабеет, чахнет от этого. So when love is very intense, instead of speaking something polite, it manifests as teasing. Поэтому любовь, когда она очень сильная, вместо вежливости появляется какое-то желание подразнить, сказать что-то язвительное. Why? Stotram yatra tastatam prakatayasti tastidate batam ninda api pramatam prayatiti parihasasriyam bibrati. If you meet someone, you don't know them, then you're very polite. Если вам кто-то не знаком, то вы будете очень учтивы и формальны в поведении, в отношении к такому человеку. But in your heart you're actually neutral to that person. Но на самом деле вы нейтральны к человеку, потому что он вам никто. So being polite is the sign of tatastha bhav, neutrality, no love. Вежливость указывает на нейтральность, то есть там нет у вас никакой близости с этим человеком. Все ровно и на дистанции. But where there's love, то есть вот эта почтительность указывает на нейтральность. Then ninda api pramadam prayatiti pariha sasriyam bibrati. There are insults. А там, где есть любовь, будет брань. Contrariness. Строптивость. Opposition. Враждебность, какая-то оппозиция будет. But these criticisms, they're not taken as insults. They're taken as jokes. Но тем, кто понимает, все понятно, что это не критика и не что-то злобное, что наоборот, это вот такое искаженная, спрятанная любовь. And they give joy to the heart because they're full of love. И любящим сердцам любящих это радует, потому что понимаешь, что это любовь. You know, if there's some smoke, so, oh, no one likes, get out the way. Take it, if there's smoke, it's uncomfortable. Take it away. Take it away. То есть если кто-то дым вам в лицо поднесет, вам будет неприятно, что унесите это подальше от лица. But if there's incense, the smoke is mixed with agur. And it's very fragrant, and then everyone likes it. Никто не очень хочет просто дым вдыхать, а вот если это уже дым какого-то дорогого благовония, то вы с радостью скажете: поставьте рядом со мной тут, пожалуйста. So no one likes to be insulted, but if the insults are mixed with love, oh, then it's very nice. То есть оскорбление никому, критика не нравится, но если там они хорошо замешаны с любовью, то это радует. So now what will happen? Что сейчас произойдет? Radharani's state were to make the first move in this negotiation. То есть это государство Радарани выступят первыми в этих переговорах, выдвинут свои требования первыми. Now, Nanda Maharaj has a priest, Purohit. У Нанда Махараджа есть свой жрец, Пурухит. And he's married. И он женат. So that Purohit, his wife's mother, его теща, has a younger brother. У тещи этого жреца есть младший брат. And that brother's wife. А жена этого младшего брата, тещи этого жреца, she's a middle-aged woman. Она уже женщина среднего возраста. She's getting on. Уже так в возрасте, не первой свежести. But she's in the yuta of Radhika, because in a yuta, in a group, there are sakis, but there are also sometimes some older persons, women, older ladies, who have some sympathy
For the love of Radha. Но она, она как часть Юты Радики, то есть Радики в группе не только юные Сильно девушки. Рупа Госвами Пада здесь. Рупа Госвами Пада пишет, там есть женщины постарше возраста, но все равно они благосклонны к Радике, там, к ней, и они тоже часть этой женской группировки. So she's Ardha-Vridha. Ardha-Vridha means almost old. Почти старенькая, но взрослая такая уже. So seeing the situation, то есть, увидев ситуацию, she became inspired. Она вдохновилась, because she has great presence of mind, always fresh ideas. Очень умная такая изобретательная женщина, so креативная. From the midst of Radhika's group, this middle-aged woman came out like a tempest. И как вот это, она вышла из середины группы Радики и двинулась по направлению к Кришне. So now the duty is coming, the messenger from one side. Как посланница. And went to the camp of Krishna. То есть как дипломат, посол из этой группы, она пошла в сторону лагеря Кришны. So when she arrived there, она пришла туда. She smiled sweetly. Улыбнулась мило детям. She gave respect to the senior persons in Krishna's group and blessings to the junior ones. То есть вежливо кивнула, то есть кивнула старшим, благословила младших там. She asked, "How is Krishna?" Как поживает Кришна? Sri Krishna. Respect Sri Krishna. Как поживает Шри Кришна? And all the cowherd boys, they were listening. What did she have to say? А все мальчики стали внимательно слушать. А что тетя скажет? She said, "I know all subjects very well." Она говорит, я все знаю. Я следующего во всех предметах. Because I am a Buddhimati Pandita. Буддхимати Пандита. That means a highly intelligent scholar. Female Pandita. Очень умная женщина, ученая. And as such, I have attained this eminent position of being a messenger in the service of the great Empress Radhika. И посему я получила должность вот в правительстве императрицы Радхарани. Я стала послом. She is worshipped by so many kings. Ей поклоняются столько царей. So, because of my qualifications, I have been entrusted to deliver this message. Благодаря моей квалификации мне поручили сообщить вам следующее. Тадейтад авадарьятам. Now, you should all listen carefully. Слушайте меня внимательно. When she said this, Madhu Mangal began to laugh. Как только она это сказала, Madhu Mangal тут же расхохотался. Кимуктам авадарьятам. What did you say? She was trying to be serious, and Madhu Mangal was. Она вела себя. He made everyone laugh. Серьезно, а он стал хохмачить. Тут же все, конечно, рассмеялись, и никто, знаешь, всерьез уже перестал прислушиваться к ней. She looked at Krishna and said, "Ha, yes, I can see that your assembly are deaf." И она посмотрела на Кришну и сказала, я вижу, что твое приближенное окружение, они все глухие. Madhu Mangal said, your undisciplined and irresolute nature is quite appropriate, because you are Vasha, you are controlled by Dharadishwari, King Radha. Your irresolute nature, undisciplined nature, yeah, is quite appropriate. Он говорил, да, вот ваша странная природа вполне уместна для того, чтобы служить Радхе этой. Because you are Vasha, that means Vasha. Subordinate to Radhika. Потому что вы подчиненная Радхе, и поэтому неудивительно, что вы такая странная, недисциплинированная. So in this sentence was an insult. То есть тут же уже был такой язвительный его сарказм проявлен в этом. Because Vasha also means you are a female elephant. Vasha значит тоже слониха. Who else would be controlled? То есть кого еще контролировать, как не слониху? То есть он уже стал там дерзить. Madhu Mangal is a pandit, and she says she's a pandit, so. То есть так как она представилась. Madhu Mangal is trying to prove himself. Она представилась пандитом, а Madhu Mangal решил нужным что доказать свою пандитию, что он пандит. But see Krishna sitting on his throne. А Кришна сидел на троне. Gambhira tapurvaka. That means with great gambhirya. Очень серьезно. Very serious and grave. Серьезным видом таким. He said, "O respected one, достопочтенная дама, you can freely make your request as you desire,
What is the order of your honorable queen? Krishna just wants to know, what does Radharani have to say? Кришна, достопочтенная дама, пожалуйста, расскажите, выразите пожелание вашей императрицы. На самом деле, Кришне просто хочется поскорее узнать, что Радха хочет. Мадхумангал said, our queen, who observes all perfect behavior. Мадхумангал сказал, наша... Мадхумангал said, sorry, she said, yes, sorry, the messenger lady, who's Ardhavrita, old lady, she said, our queen Radharani, her behavior is all perfect. Эта женщина сказала, наша императрица, она совершенна во всех аспектах. And she makes others also uphold proper behavior. Она идеальна в поведении и требует от других тоже идеального поведения. So she has given this order. Посему она издала следующий указ. Oh, then she said, oh, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. И вдруг она сказала, о, Шри Вишну, о, Господи. She forgot what she was going to say. Просто забыла, сбилась и забыла, что она хочет сказать. She didn't mean to say that Radhika had given the order. Она не хотела говорить, что Радика выдала указ. So she started a sentence again. Она остановилась, говорит, так, сейчас, я заново начну. Вишну, Вишну, Вишну. Sorry, the chief ministers, the pradhan mantris of the queen. Я извиняюсь, генералы нашей императрицы. They have given this order. Они издали следующий указ. That means повеление. The prime minister, pradhan mantri, Lalita Sakhi. То есть премьер-министр Лалита Сакхи. And other ministers. И другие министры нашего правительства. Of our queen, who can conquer even Sachi, the queen of heaven. От имени нашей императрицы, которая во всем превосходит саму Шачи. So pradhan mantri Lalita has decreed that by your accepting the royal insignia of the chhatra, the umbrella and the white chamar, you have neglected and disrespected our queen. То есть премьер-министр нашего правительства Лалита Сакхи издала указ, то есть порицание ваш адрес, что применяя вот эти аксессуары императора, сейчас зонтик и вот эти чамары, вы нанесли оскорбление нашей императрице. So, even from far away, it is by using this insignia, even far away, or to speak of in her presence, you have made a breach of etiquette. То есть вы нарушили этикет, даже вдалеке от нее, используя то, что по праву принадлежит только ей. What do you have to say about this? Как вы хотите ответить на это обвинение? Krishna and his friends began to laugh. Krishna и друзья рассмеялись тут же. Krishna said, it's true. On her order, I will give up this umbrella and this chamar, the signs of the king. Я согласен по ее повелению расстаться с этим зонтиком и чамарой. However, for a king to give up these insignia and to defer to another king without having a battle first is not accepted by the Vedic scriptures. Однако ведические писания, они не дозволяют царю расстаться со своими атрибутами правителя, просто передать их другому какому-то желающему царю вначале не поучаствовав в битве. Therefore, put on your armor and get ready for battle. Pass. Без сражения тут не обойдется, поэтому идите, одевайте доспехи. Готовьтесь. That's all I have to say. Take this news to your queen. Больше мне добавить нечего. Возвращайтесь к своей царице. Now the thing is that a king, being a Kshatriya, can often overreact emotionally. Так как характер у воинов, у царей всегда вспыльчивый, им легко там просто переборщить в своей реакции. Because the Kshatriyas are in Rajaguna, in the mode of passion. Потому что они всегда под влиянием Раджагуны, поэтому они легко выходят из себя и могут сказать лишнее, то, что они даже не хотели. So they can be impetuous and unnecessary
escalate a conflict. То есть иногда легкомысленно они могут начать конфликт. And that is why kings always have some highly intelligent Brahmin ministers. Поэтому рядом с царем всегда стоит очень умный советник брахман. Who are in Сатвагун. Который всегда в Сатвагуне. Who always stay calm. Всегда. When there's something happens, stay calm. Никогда не теряет голову, чтобы не происходило, он всегда спокоен. And they're judicious. They can advise them on more favorable alternatives. И так как они праведные и очень справедливые, они всегда подсказывают царю, как выбрать более какой-то справедливый вариант решения. So in this case. И в этом случае. Махарадж Кришна. Махарадж Кришна. He has a very ruthlessly cunning genius advisor. Полагается на одного гениального советника. Мадхумангала. Мадхумангала. Беспощадно гениального Мадхумангала. So when Krishna just said, I am not giving up my weapons without a battle. So take this, it's time for war. Как только Кришна сказал, не буду расставаться со своими императорскими атрибутами без битвы. Мадхумангала came up to Krishna and said, Your Majesty. Мадхумангала тут же подошел, Ваше Высочество. Listen to my words first and then make up your mind. Пожалуйста, выслушайте меня сначала, а потом вы можете принять окончательное решение. Мадхумангала said, Look. What caste are these women? Ты подумай, в какой касте эти женщины вообще? So everyone knows they're gopis. Они знают, что они пастушки, вайши. He said, But they're carrying weapons. А с какой стати они взяли в руки оружие? Right. So what happens? You only kshatriyas can carry weapons. То есть там он знает по шастре только кшатрия имеет право пользоваться оружием. He said, So what caste are they? And they're carrying weapons. So they are full of duplicity. То есть Ваше Высочество, что вообще происходит? Они не, им не полагается по касте вообще брать They руки don't оружие. Follow any rules. Что это за наглость вообще, лицемерие? То есть они не следуют никаким правилам. So listen, it's not wise to deal with them. Honestly or straightforwardly. И с такими лицемерками не стоит по-честному вообще поступать. It's not logical to deal with a cheater with honesty. То есть не мудро. If you're dealing with a cheater, then you have no choice. То есть, you have to cheat also. Имеете дело с обманщиком, надо быть обманщиком. Не мудро с обманщиком поступать по-честному. So Мадхумангала quietly said to Krishna, Therefore, Krishna. И Мадхумангала шептал в ухо Кришне. Give up all straightforwardness. Не надо быть с ним таким хорошим. And just engage me as your messenger. Лучше вообще не вмешивайся, давай я стану твоим сейчас послом. And you send me to the camp of your rivals. Поэтому сам даже не вмешивайся, просто вот пошли меня туда в их лагерь. Because I'm a complete bandit. Я же настоящий бандит. I'm expert in all of these activities. Я разбираюсь в этой дипломатии прекрасно. So then, that female messenger, the older lady. Эта женщина, пожилая женщина. She laughed. She said, "You are not capable of doing this work." Она рассмеялась, говорит, да ты не способен ни на какой представлять никого. You cannot read the forehead. I mean, see the fate of your swami, your master. Ты не умеешь даже судьбу предрекать своего господина по лбу. Oh, COVID. Oh, COVID. That means expert learned person. О, разумный. If you are a bandit, then who is a murka? Если ты мудрец, то я уже не знаю, кто там, кто глупец. If you are a great scholar, then I don't know who could be a fool. Затрудняюсь уже догадаться, кто глупец, если ты великий мудрый бандит. Мадхумангала said, "Hey, Jalpaki." Мадхумангала тут же ответил, Jalpaki. Jalpaki means a female person who talks unnecessarily. Болтливая. Without any purpose. Слушай, болтушка. He said, "I imagine." That in the assembly of women, you are Bindu. Here, Bindu means bigyata, learned. Я могу предположить, что среди женщин действительно ты можешь считаться разумной, Бинду. But Bindu also means like a drop of water. Бинду разумно, но это тоже как капля или как точка. So you may be learned in your assembly. Может, среди своих ты там мудрая. But in the presence of me, рядом со мной, I am Vedamurti. Я сам Vedamurti. I am the knowledge of the Vedas personified. Я олицетворение ведических знаний. I am like the sun. Я подобен солнцу. So just as a drop of water can have no stable presence in the presence of the blazing sun,
So you cannot say anything in front of me. Капля воды не выживет в присутствии яркого солнца, поэтому даже не вздумай что-то говорить тут передо мной. Then that duty, that old messenger. Женщина тогда сказала. I am Парамани-нипун. Я Парамани-нипун. Supremely expert. Я вообще мастер всего. A witless person like you cannot quarrel with me. Такой глупенький, как ты, вообще не может со мной спорить. So you should just stop speaking and listen. Уже прекрати разговаривать, просто слушай меня. By talking too much, your throat will become dry. Ты сейчас себе голосовые связки сорвешь своим говором постоянно. Madhu Mangal looked towards Krishna. Madhu Mangal взглянул на Кришну. And he became angered by her insults. Он уже был злой от оскорбления этой женщины. He said, "Oh, Your Majesty." Сказал, ваше высочество. This messenger is subordinate to our rivals. Вот эта женщина, она подчиняется нашим противникам. So she's not qualified to speak in front of us. Вообще, с какой стати она что-то тут нам говорит? I am the most prominent person in the whole community of the intelligentsia. Я самый умный в общине нашей интеллигенции. Let me go to the other camp. Давай. And find out what is on the mind, what are the intentions of their queen. Пора уже понять, что входит в намерения их царицы, поэтому лучше я сам отправлюсь в их лагерь и там все сам выясню. And then, when I find out what's going on there, I'll come back and report to you. И когда я уже пойму, что они хотят, я вернусь и сам с докладом. But, until then, don't release this messenger. Но... You keep her here. Until I get back. Но пока оставьте ее тут, в плену держите, не выпускайте ее. Пусть будет заложницей, пока меня не выпустят из того лагеря. Okay, now, she's very, very clever. Женщина очень умная, действительно. She said to Krishna, "Oh, Rajan, oh, your majesty." Она сказала Кришне, ваше высочество. Even before this battle, your messenger has become afraid. Даже до начала... What to speak of? Become afraid in the battle. Before the battle, now he's afraid. Как интересно, что ваш представитель уже испугался еще до начала битвы. Because he's full of anxiety because he wants me to stay here and he wants to go there. Это трусливый, он хочет настаивать, чтобы я осталась тут, пока он сходит в наш лагерь. He's not fearless like me. Что-то он трусоват. Krishna, you will get very bad reputation from this. Я боюсь, его трусость испортит вашу репутацию, ваше высочество. Because the servant reflects the qualities of the master. Потому что слуга отражает качество хозяина. Do you understand these insults? Понимаете эти оскорбления? There's a double insult here. То есть тут двойное оскорбление она вплела. The first one means that Madhu Mangal being afraid, being Krishna's messenger, implies that Krishna's afraid. То есть она вначале намекает, что если у вас ваш посредник трус, то вы, наверное, сами трус. And the other insult to Madhu Mangal is. Второе оскорбление в адрес Madhu Mangala. She's now using bait. Тут она уже начинает их ссорить. She's trying to sow dissension between Krishna and his minister Madhu Mangal. То есть сразу от самого она перескочила уже к беде и говорит: так, смотри, какой у тебя никудышный министр. Make them distrust each other. Чтоб они перестали доверять друг другу. By saying that Madhu Mangal, on the pretext of going to negotiate, he wants to change sides. То есть она уже намекает, что Madhu Mangal просто хочет дезертировать, что он уже испугался. Сейчас он говорит: оставьте меня тут, я сам туда пойду, что он просто бежит перед. Бегает на ту сторону. So with one sentence. То есть в одном предложении. She managed to insult Madhu Mangal and Krishna and try to turn them against each other. Она смогла обоих оскорбить одновременно и посеять раздор между ними тут же. Женщина. So then Madhu Mangal said, "Oh, Your Majesty." Ваше высочество. These gopis, they have bamyata. Эти гопи, это они бамьята. Contrary mood. Они такие вредные, строптивые. But what is the use of a contrary mood if you don't have strength? Какой толк в этой строптивости весь, если она за ней нет силы? You may oppose someone, but if you cannot physically stop them, then what's your opposition adds up to nothing. Глупо создавать оппозицию, если ты не можешь ее подкрепить силой, то есть. He said, so they cannot, their bamata cannot manifest because they're abala. Abala, that means, one meaning of abala means who has no bal strength. And another meaning of abala means girls.
So goals are called abala in Sanskrit. То есть это пустые слова, вот эта непокорность, оппозиция, они ее ничем не подтвердят, потому что они абала. Абала это без силы, а также само слово абала означает девушка или девочка. So, слабые. So then that duty said, everyone listen. Женщина сказала, слушайте меня. Mother Mangal has said that the gopis are abala. Mother Mangal сейчас сказал, что гопи абала. But this is a special use of the word abala. Это специальное применение термина абала. Just like there's one synonym for the rakshasas. Есть один синоним, означающий ракшасу, демон. Rakshasas are also known as punyajan in Sanskrit. Ракшас демонов называют punyajan. So punyajan literally means pious persons. Punyajan, то есть это благочестивые люди. So if you say, oh, the punyajan are coming, you mean the rakshasas. То есть вы говорите punya. But actually, they're not punyajan, they're not pious, they're impious. То есть это как в кавычках, вы видите, пуньяджаны идут, значит, бегут ракшасы, но они совершенно не пуньи, не благочестивые. This construction is called Viroda Lakshan, opposite meaning. То есть это словосочетание, которое несет в себя, то есть как в кавычках мы говорим. So even though the gopis are abala, they are girls, but the real meaning is sabala. То есть она когда сказал абала, имея в виду сабала, что они очень сильные. That means that they are very strong. Что они, то есть он имел в виду вот как вот это Вирод Аланкара, что они. I cannot describe how sabal the abalas are. Трудно how strong these gopis are. Описать силу этих гопи, этих девушек. So I'll just describe the strength of one. By knowing the strength of one, you can understand something about the strength of the others. Поэтому я немножко вам поведаю о силе одной из них, а уже потом вы сможете себе представить, вообразить, насколько они сильны в группе. That elderly lady said. Эта женщина сказала. Shrimati Radhika has a shastramayi sharira. Shrimati Radhika обладает shastramayi sharira. That means her body is made of weapons. Ее тело состоит из оружия. Look, Radhika's long hair is the pashastra, noose weapon. Ее длинная коса это как веревка удавка. Her two restless eyes are arrows. Два глаза это стрелы. Her curved eyebrows are bows. Ее изогнутые брови это луки. Her round earrings are chakras. Ее круглые серьги, кольца серьги это чакры. Her nose is a sharp knife. А ее нос как кинжал острый. And her teeth are many vajras, thunderbolt weapons. Indra has only one vajra, but she has so many vajras. А зубы Радики это вайджры, у Индры лишь одна вайджра, а у Радики полный рот их. In this way, all the limbs of Radhika are arguably Astra's weapons. То есть все части тела Радики это Астра, это оружие. So who can be more powerful than her? Кто может превзойти ее по силе? And when she said that last sentence, that older lady, she looked at Krishna with disdain. Who can be more powerful than her? И завершая свою речь вот этим последним предложением, она взглянула на Кришну, так качая головой, закинув взор, сказала, кто может быть сильнее ее? So in this way, Madhu Mangal and the duty were debating, and she looked at Krishna. То есть пока она так who can be more powerful спорила с Madhu Mangalом, она так, ну вот достаточно высокомерно взглянула Krishna на Кришну. Krishna was listening to the power of all the various parts of Radhika's body, and his desire was growing. А Кришна очень внимательно слушал, внимал каждому слову этой женщины, сейчас как завороженная, и все его желание становилось сильнее и сильнее. So Krishna was trembling with ecstasy. Дрожал от нетерпения. He could not speak. Даже ответить ничего не мог. So he tried very hard and composed himself. Постарался взять себя в руки. Then he said, "Hey, duty." Сказал посланница. By nature you are pratipadarshini. В природе ты пратипа-даршини. The pratipa-даршини means you see things in an unfavorable way. Ты склонна видеть все в плохом ракурсе. And also pratipa-даршини in Sanskrit means a woman. Пратипа-даршини это женщина на санскрите. So Krishna, so what can I say to you? Ты все склонна видеть в плохом свете. Что я могу тебе ответить? However,
Look, a diplomatic proposal has been made by my envoy, Madame Madel Mangel. Давай вернемся к разумному, к разумной идее, которую выразил мой представитель Madel Mangel. This is a good solution. Я считаю, это хорошее решение. So you have nothing to be afraid of. You stay here. Тебе тут нечего среди нас бояться. Оставайся. And Madel Mangel will go there. А он сходит туда. And then he'll negotiate. Потом проведет переговоры. And when both sides understand each other's intentions, then we'll take the appropriate action. Когда обе стороны поймут намерения друг друга, тогда мы придем к какому-то выводу. So then, Krishna said to Madel Mangel, "Yes, yes, you should go there." Иди, Madel Mangel, иди к ним. So then, that older lady said, "This messenger of yours is a Cheka." Тогда женщина сказала, это твой посол, он чека. So it has a double meaning. Тут опять двойной смысл. Stuti paksh and ninda paksh. Есть stuti paksh, то есть похвала и одновременно оскорбление. Stuti paksh means praise and ninda paksh means insult. Stuti paksh значит, что это похвала, а ninda paksh значит, что это оскорбление. So check means in the praise. He is very clever. Chatur. В качестве похвалы чек это очень умный. And ninda paksh means, chaka means, he's a domesticated animal. Другое значение, домашнее животное. Therefore, he does not need any instruction. Он такой чек, что ему никаких наставлений не надо давать. He's very intelligent, so he doesn't need instruction. He's a stupid animal, so there's no need to instruct him because he cannot learn anything. То есть не поймешь, что она говорит. Она говорит, он такой умный, поэтому дальнейших наставлений ему нет необходимости давать. Но другой смысл, он такой тупое животное, какой смысл ему что-то еще объяснять? So she just let him go as he pleases. Да, да, пусть идет уже, идет туда. This is also an insult. Опять оскорбление. Пусть идет, как хочет. Why? Because all the retinue of the king, they always act according to the king's desire. Потому что она говорит, ну, если ему так хочется, пусть идет. Опять оскорбление, потому что свита царя всегда исполняет повеление царя, не можешь там сам пойти. In Vedic culture no one acts independently. Everyone has an authority and always acts according to that. Never independent. So she said, let him go as he desires. This means he's not under your control. То есть, когда она говорит, ну, если так хочет, пусть идет, как ему захочется. Значит, она имеет в виду, что он вообще тебе не подчиняется, ты для него не авторитет, потому что в ведическом обществе каждый кому-то подчиняется. Везде есть иерархия, всегда есть старший для каждого. So, again, she's trying to use bed. Снова она использует бед. Madel Mangel said, oh, she is, this duty is completely devoid of any mangal auspiciousness. Madel Mangel возмутился, сказал, да, в этой посланнице вообще никакой благодати, ничего хорошего в ней нет. So she cannot say anything auspicious. Потому что она сама неблагодатная, и сказать она ничего благодатного не может. But I am Madel Mangel. А меня вообще зовут Madel Mangel. The embodiment of sweet auspiciousness. Я олицетворение сладкой благодати. So, he said, he bowed down before Krishna, as you order me, my Maha Anubhav Maharaj. Как вы мне повелите, мой Маха Анубав Махарадж, так я и поступлю. Then Madel Mangel set off. И отправился. So Madel Mangel went across the neutral area. Пошел через безопасную территорию, там нейтральную. And he arrived at the camp of the gopis. И уже зашел на сторону гопи. So, they all, he's a Brahmin, so they gave respect. Все поприветствовали его, Брахмана. And gopis asked, with a smile, why have you come? С улыбкой спросили, а что ты тут делаешь? He said, the main purpose I have come here. Главная цель моего прибытия сюда. Is to see you dance. Увидеть ваш танец. Now they're not going to dance for Madel Mangel. Они не собираются танцевать для Madel Mangel. So he has something else in mind. Понятное дело. Поэтому же что у него за задумка там уже возникла? What does it mean? Что значит я вот пришел увидеть ваш танец? Madel Mangel said, your messenger. И сказал Радарани девушка. Came into our assembly. Вы знаете, ваш посол прибыл said, к нам. And she said this message. И она передала нам следующее. Our Maharani wants to meet with your Sarvabhauma. Пришла ваша посланница и сказала, что и сказала, наша Махарани хочет встретиться с вашим Сарвабхомой. Then the gopis said what?
Gopi были в шоке, что? Because that Ardhavrita lady, without talking to anyone, but she just ran to the other side. Gopi были в шоке, потому что эта старшая женщина вообще с ними не советовалась. Она сказала, я сейчас, у меня идея есть, я пойду сейчас договорюсь обо всем. Они не знали, что она им собиралась Кришне сказать. И сейчас он говорит, она сказала, что наша царица хочет с вашим Сарвабхумой встретиться. And when she delivered the news that your queen, Maharani, wants to meet our Sarvabhauma, our emperor, then our emperor has given a very surprising decree. Знаете, когда ваша эта посланница огласила всем присутствующим, что ваша императрица хочет встречи, аудиенции с нашим императором, наш император дал неожиданный ответ на это. He said, we cannot put any faith, we cannot put any confidence in a Milan, in a meeting or an alliance with you, because it is rumored, there is a rumor, that your queen has become the follower of another Purush. Наш император сказал, мы не доверяем этому альянсу и не собираемся идти вступать ни в какой союз с вашей императрицей, потому что ходят слухи, что она отдалась уже другому Пуруше. Therefore, if you give in charity, one of your sisters. Поэтому, если вы готовы пожертвовать, дать там, выдать кого-то из ваших сестер, to be married to one person from our kingdom. То есть сначала нам нужно подружиться царствами, вот пусть одна из ваших выйдет замуж за одного из наших. Then this relationship will be for the benefit, this alliance will be for the benefit of both sides. И мы как-то помиримся, тогда у нас будет альянс какой-то. It will be auspicious for both of our monarchs. Это будет выгодно для обоих монархов. Now you understand what Madam Angle said, I want to see you dance. То есть вы помните, Madam Angle сказал, я пришел сюда посмотреть на ваш танец. Why? Now all the gopis are in doubt and confusion. То есть гопи сполошились, действительно, закрались сомнения, что вообще она наговорила им, что происходит. Did our messenger really say that Radharani wants to meet with Krishna? Неужели она реально им сказала, что Радика хочет встречи с Кришной? If she did, was the duty acting independently? А как она посмела такое сказать? То есть как ей в голову пришло так независимо такое говорить? Or without us knowing, did Radhika actually tell her to say this? А может Радика реально, не говоря нам, сказала ей передать такое послание Кришне? And become submissive. И может она решила отдаться ему так с легкостью? Because sometimes Radhika, she wants to be submissive, but Lalita is... Tells her, be strict. То есть Лолита don't talk to him. Всегда строго взирает на то, что если Радика слишком мягка с Кришной, то Лолите это не нравится. Она говорит, нет, строже, строже, не подпускай его к себе. Дуртери Браджендра Таньяси, когда... О, Кришна is a cheat. Кришна обманщик. Don't be submissive to him. Говорит Лолита Радике, не подчиняйся ему. So, they were thinking. If the messenger really said this, we don't know. But if she did Krishna really say this in response? Тут они были сбиты с толку. Они не знали, что думать. Действительно ли посланница такое сказала? И если она все-таки это сказала, действительно ли Кришна на это ответил так? Mm-hmm. So, if Radhika is to deny this rumor, если Радика будет опровергать эти слухи, no, I don't have any relation with another man. That would be to force her to become submissive to have accepting Krishna. То есть если ей придется там извиняться или говорить нет, у меня никого другого, то это значит, она проявит покорность в адрес Кришны. And her whole enterprise of trying to show her strength and defeat Krishna will be compromised. То есть глупо, они думали, мы вышли блеснуть силой и своей непреклонностью, а тут ей надо еще извиняться, оправдываться перед ним, говорить, у меня никого кроме тебя нет, прими меня, что такое? On the other hand, to accept the rumor, this is to an accept an insult. So, which Madam Mangal is so clever. He spoke in such a way. If they say yes or no, both is a problem for them. То есть что делать? Он выдвигает обвинение, если она начнет оправдываться, это проявление слабости с ее стороны. То есть она должна оправдываться. А если она ничего не скажет, значит она повинна тоже непонятно чем. Вот Madam Mangal очень хитро так поступил, что поверг в их растерянность.
Or another option. Еще один вариант был. Mother Mangal is making everything up and he's lying about everything. Он думает, вдруг он просто врет про Both все. Both what the duty said and what Krishna said. То есть все варианты. Они не знают, действительно ли дути такое посланница сказала. Если она сказала, действительно ли Кришна так отреагировал. А может он вообще врет про все сейчас, Mother Mangal? Who knows? Вообще кто знает? All the gopis raised their eyebrows like this. Все гопи стояли с такими в раздумьях с поднятыми бровями. This dude, this messenger is so expert in rhetoric. Он говорит, умный попался, хитрый дипломат нам. He's a Purna Durtata Murti. Purna Durtata Murti. That means he's the complete bigra, he's the embodiment, he's the deity of duplicity. То есть само божество лицемерия стоит перед нами, хитрости. His deviousness personified. Олицетворение хитрости. So, what are his intentions? Что вообще он задумал, Мадху Мангал? Could Krishna say such terrible things? Я думаю, мог Кришна что такое вот, ну такое плохое сказать? Is he cheating Krishna also? А может он идет против Кришны тоже такое выдумывает? It was a mystery. То есть не знали действительно, что думать. No one could figure it out. Никто не мог понять, что происходит. Лалита и Вишака spoke. Лалита и Вишака стали шушукаться, советоваться. They came up with an idea. Быстро придумали план действий. What was their idea? В чем заключался их план? We'll tell you in the evening. Вы узнаете вечером. Hey, Krishna.